Всем привет! С вами, как всегда, Алекс, и в прошлом видео на тему Dupe CSGO собралось больше, чем 1000 лайков и очень много просмотров. В том же видео я сказал, что если будет хорошая активность, то я расскажу 100% рабочий дюп на 2016 год. Сегодня будет не один, а два вида рабочего дюпа, и один из них у меня получился абсолютно случайно. А перед началом просмотра моего видеоролика советую подписаться на канал Myron Games. На этом канале вы найдете очень смешные монтажи по CSGO в его рубрике Silver и CSGO и прохождение разных игр. Ссылочка на него будет в описании, а мы приступаем к просмотру моего видеоролика. И еще в прошлом видео были ребята, которые писали мне, что я не прав и дюпа нету. Но если и в этом видео вы мне не поверите, то посмотрите снова прошлое видео. Там есть пруфы дюпнутых вещей и даже инвентарей. Ссылка будет в описании. Давайте наберем больше, чем 500 лайков, и я постараюсь найти еще какие-то виды дюпа. Почему так много? Да потому что эта информация засекреченная, и делиться ей мало кто захочет. Итак, начнем. Эти дюпы уже будут не в Стиме, а на глобальных сайтах, так как в Стиме уже многие знают про это. Предупреждаю сразу, что данным обманом или же дюпом в вашем случае пользоваться не стоит. Первый дюп будет на сайте CSGO Lounge. Многие будут писать, что типа «я его знаю, он не работает», и это вообще очень старый обман лаунжа, или же дюп. Все когда-либо забытое старое снова возвращается в моду. В этом случае также. Дюп на лаунже работает, и для него вам нужно выиграть только одну игру на сайте, чтобы скины оставались там. Потом пишите в Steam, что у вас украли скины. И если вам повезет, их вернут. Возможно, еще по-другому. Выводите скины и пишите в поддержку, что обмен пришел без скинов. Просто пустой. И показывайте им поддельный скрин. Его можно сделать в фотошопе. Все, профит. Если вам вернут предметы, то вам повезет. А если эти две фишки еще использовать одновременно, то ваш шанс увеличится вдвое. Второй дюп будет через сайт-посредник. В нашем случае csgodouble.com. Все ссылочки будут в описании. Почему csgodouble? Если есть море аналогов этого сайта. На самом деле я выбрал csgodouble, потому что там самый большой оборот скинов в день. И получается, что самый большой шанс дюпнуть предмет. Вы должны положить скины на csgodouble и купить там же другой предмет. Схема такая же, как и в прошлом дюпе. Просто написать, что пришел пустой трейд и вы по случайности приняли, а деньги вам не вернули. И если повезет, то вам вернут деньги. Еще можно после того, как вы положите скины на csgodouble, обратиться в поддержку Steam. Как это сделать, посмотрите в прошлом видео дюпа. Ссылочка будет в описании. Вот и подошло данное видео к концу. Я рассказал, что и где надо делать, чтобы дюпнуть предметы. Пишите в комментариях еще возможные дюпы. И ставьте, конечно же, много лайков, чтобы видео вышло намного быстрее. С вами был, как всегда, Алекс. Всем удачи, всем пока.